Я не очень понимаю, что люди называют топонимом Западный Азербайджан, потому что Западный Азербайджан — это Западный Азербайджан. И мы отталкиваемся все-таки от установленных международными соглашениями границ различных государств. Но, к сожалению, можно сказать, что отдельные непоследовательные антиармянские действия некоторых людей, к сожалению, политиков, будем так говорить, они дают, в том числе радикальным силам, возможность утверждать, что может образован быть какой-нибудь там Западный Азербайджан, Северный Азербайджан, Южный там. Но все-таки для меня Западный Азербайджан все-таки как для человека, который видит там города там разные. Кюрдамир — это вот Западный Азербайджан там. Но территория Армении, конечно, не может никак быть рассмотрена. И я уверен, что после такой инициативы премьер-министр, естественно, Армении уже связался со своим азербайджанским коллегой, высказал возмущение, сказал, что он будет отстаивать позицию неприкосновенности, что это некорректное название. Уверен, что лидер должен так себя вести, показывать, что он не допустит подобного рода провокаций. И господин Симонян, наверное, тоже, Алан, тоже уже связался с коллегами из парламента Азербайджана, тоже, так сказать, урегулировал вопрос, чтобы эта инициатива не звучала больше. Но они просто обязаны это сделать, обязаны, естественно, но, конечно, если такие действия происходят, нельзя молчать, нужно, наверное, и партнеры нынешние, там, господина Симоняна, тоже там уже связались и заявили о недопустимости подобных заявлений. Я бы относил это к некой восточной традиции танцев с бубнами, которые ничего серьезного за собой не влекут. Какие-то некие заявления. Ведь, так же, как я вижу иногда карты Великого Турана, которых является частью бредовых мыслей отдельных людей. Можно на это все реагировать? Ну, по большому счету, это бред сивой кобылы.